знаешь, недавно я повстречал такую девочку, обаятельную, привлекательную, просто восточный персик, да. И она будет читать у нас письма. Знаешь, как ее зовут? Как? Ее зовут Руна. Хочешь Руна? Познакомиться? Да. Да. Давайте да. познакомимся. Да. Рубрика «Экспресс-почта» с Руной. Смотрим. Привет, и вновь с вами я, Руна, а значит, рубрика «Экспресс-почта». К сожалению, у меня сегодня только три письма. Пишите нам, и тогда я буду намного больше зачитывать ваших писем, исполнять ваши музыкальные заявки, передавать приветы, признания в любви. А для тех, кто не помнит адрес, я напоминаю. Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики 13, индекс 48-00-13, телеканал НТК, Муз-ТВ Казахстан, рубрика «Экспресс-почта». Ну что ж, давайте начнем. Я зачитаю первое письмо. Огромный привет, Муз-ТВ Казахстан. Пишет вам Инна. Вы такие клевые, классные, так держать. Меня зовут Инна. Почему-то она два раза написала свое имя. Обожаю Savage Garden, Рики Мартина, Энрике Иглесиаса. Пожалуйста, почаще рассказывайте о них. Ну и, конечно же, не забывайте показывать. Передаю привет всей вашей программе и городу Алматы. И всем тем, кто меня знает. А также моим подругам Светлане, Майре, Оксане, Олесе и Ольге. Поставьте, пожалуйста, Полину Ростову. Заранее благодарю. Мы вас любим. Целуем. До встречи. Пока. Мы вас тоже очень любим, и эта песенка именно для тебя и для твоих друзей.